В УМВД России по Мурманской области прошла штабная тренировка. Вооруженная преступная группа из 5 человек совершила ряд разбойных нападений на ювелирные магазины. По такой легенде, в УМВД России по Мурманской области прошла тренировка оперативного штаба, на которой отрабатывалась организация управления силами и средствами при розыске и задержании вооруженных преступников. Члены оперативного штаба областного управления отработали проведение условной спецоперации, а личный состав управления был собран на плацу для того, чтобы отработать действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств. В рамках тренировки под управлением опытных инструкторов из числа сотрудников ОМОНа отрабатывались мероприятия по слаживанию действий сотрудников из разных подразделений областного управления в составе группы рассредоточения при пересечении массовых беспорядков. Для этого сотрудников управления экипировали специальными щитами резиновыми палками, которые используются спецподразделениями МВД России при охране общественного порядка. Стоит отметить, что такие учебные мероприятия проводятся в областном управлении и территориальных органах МВД России на районном уровне регулярно. Их цель – обучение личного состава действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и специальных операций по их ликвидации.